10 медицинских работников Карагандинского центра оказания спецуслуг для детей, где произошло массовое отравление, вернулись на свои места. Еще двое остаются отстраненными до окончания экспертиз. Об этом сегодня сообщила главный санитарный врач страны Айжан Исмагамбетова. Напомню, о госпитализации 12 детей с особыми потребностями стало известно 1 августа. В момент отравления они находились в областном центре оказания специальных социальных услуг для детей с инвалидностью. Один из воспитанников сказал, шестеро по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. На время проведения экспертиз и расследования 12 медработников центра отстранили от выполнения обязанностей. И вот теперь большую часть медицинского персонала вернули к работе. Как ранее сообщили в Минздраве, дети отравились неким токсическим веществом. Но каким именно, до сих пор неизвестно. Чтобы точно его определить, понадобится еще как минимум месяц. Об этом заявила сегодня Айжан Исмагамбетова. На сегодня решением комиссии 10 медицинских работников, они возвращены к своей деятельности непосредственно в этом медико-социальном учреждении. Два медицинских работника, это заведующий отделением и врач-психиатр, они пока остаются отстраненными.